Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. Сегодня у нас новостной выпуск, и у нас большая проблема. В связи с рассинхронизацией европейских серваков Music Wars и московских серваков Music Wars произошла большая проблема. Вообще такая вещь уже один раз происходила. Как-то, когда произошло, получается, ну, в общем, Mail.ru выкупал одноклассников, и было слияние игр, там что-то типа такого, там был клиент Mail Games. И в этом Mail Games можно было играть в Music Wars, создавая персонажей, то есть просто заходишь, и там вместо активации там были такие же значки. То есть Facebook, ВКонтакте, и так далее, и так далее. То есть там все значки были. И ты спокойно нажимал и мог играться. Причем самое интересное, если ты заходил ВКонтакте, то есть и просто заходил в своего персонажа, то у тебя создавался новый персонаж. А если ты играл в Mail.ru и там выбирал Music Wars и активацию через ВКонтакте, то там был совершенно другой персонаж. Ну хорошо, что там как-то все разрешилось, персонажи вроде переносили что-то. В общем, большого, огромного скандала как бы я не заметил. Но произошла, так скажем, беда, откуда не ждали. Из-за такой же рассинхронизации серверов мы, то есть включая вашего благородного доктора, мы потеряли персонажей, которые находятся в ру-сегменте. Но так как я играл не только через Facebook, и я давно зарегистрировался, когда, видимо, еще шла нормальная синхронизация, я игрался еще через ру-регион, то мой персонаж, хоть и потерял уровень доната и получил донат в виде долларового сегмента, который я патологически, ну, не буду переходить, пока игру не вернут на основные серваки, я получил тот же самый баг. То есть, если я теперь захожу в Music Wars, вот, на центральный сайт, то есть, и пытаюсь активироваться через Facebook, у меня вылетает вот такое окошечко. Игра не настроена, не присвоено приложение, находится в разработке и так далее. В общем, обновление, которое прошло на русских серверах, не прошло на европейских. И, соответственно, происходит простой рассинхрон. Вообще, техподдержка, которая есть, она отписывалась, я уже показывал на стриме это сообщение, сейчас вот я его вам выведу, здесь вот, вот. В общем, в нем написано, в том, что об этой проблеме, соответственно, все известно, и, то есть, разработчики о ней знают, то есть, соответственно, пытаются ее решить, но это не умаляет той проблемы, если, допустим, я при активации самого аккаунта через Facebook я зашел в тот же персонаж, то многие из игроков, которые сейчас вы будете видеть на заднем фоне, я запущу несколько видосиков, которые прямо наглядно демонстрируют, что персонажи просто исчезли. То есть их персонажи, которые были зарегистрированы через Facebook, как я и говорил в самом начале видео про Mail.ru, то есть, соответственно, просто физически их нету. То есть, соответственно, пока не наладится синхронизация, то есть персонажи вернуть будет нельзя. Я каждый день проверяю, есть ли возможность войти в игру. То есть, и каждый раз получаю табличку о том, что игра находится в бета-тестировании и на нее доступа нету, я нахожусь в большом разочаровании. Ну ладно, допустим, трое-четверо игроков. Ну, давайте возьмем даже самый маленький процент, то, что среди 3500 активных игроков, кто играется, где-то примерно около 150 игроков играют через Facebook. Из этих 150 игроков регистрировались через основной, то есть где-то примерно 50. То есть 50 человек остались без своих игровых аккаунтов. То есть и сейчас они все пишут техподдержки в надежде вернуть свои аккаунты, получая простые отписки. И как бы, понимаете, то есть я это видео пишу как большую просьбу к разработчикам, чтобы они постарались, побыстрее вернули нам игру, соответственно, в то русло, в котором мы играли до этого. Я не могу в игру донатить. Я не могу играться нормально через официальный сайт, я не могу закинуть деньги на тот же самый месячный план, у меня осталось буквально 30 дней, ну то есть 30 дней, и если за это время ничего не изменится, то
То есть я лишусь единственного способа, которым я получаю рубины в этой игре. Но охота была пованить, охота была немножко повозмущаться вообще по этому поводу. Честно, я знаю, что ведутся работы, и гейммастер Василий сейчас занимается остро именно этой проблемой. Но хотелось бы попросить, чтобы побыстрее ребята все делали. Очень бы хотелось этого. Ладно. Если вы играете с Facebook, ставьте комментарии, добавляйте плюсики в комментариях, чтобы было понятно, сколько человек испытывают эту же проблему. Ну а видосики, которые были на заднем фоне, вы, конечно, видели. То есть люди просто потеряли своих персонажей. Я думаю, если бы я потерял так персонажей, ну, матов было бы вообще просто трехэтажное количество. Слава богу, что я как бы играюсь уже давно, и, видимо, меня вот этот рассинхрон сильно не коснулся. Всем счастливо. С вами был Доктор, но эта новость, это просто, я не знаю, это нужно было озвучить. Это вот прям, ну... Да ладно, хуй с ним. Пошло все в пизду, сколько можно, блин. Пускай нормальное оборудование покупает. Мне до пизды совершенно, блядь, этот продукт, который выдается. Внимание, эфир.